Здравствуйте, уважаемые защитники Отечества! Это стихотворение и мы с мамой написали для вас. Есть у меня два деда, зовут их Александр и Сергей. Они, как дерзкая ракета, взмывают сердцем к родине своей. Один Сергей, его шинель я надеваю, и сразу слышу шум Ми-26, Ан-2, Су-27. Другой, как только родина позвала, презрев привычный свой уклад, пошел одним из первых на фашистские забрала, чтоб мир настал и было все как в старь. Я знаю не из глупых телешоу ответы на вопрос, что главное — быть человеком, жить в мире совести и ждать, творить и верить, за себя дать сдачу, учиться, помогать, а главное — любить и уважать свою семью и мир, свою отчизну, свой род и дело, которому ты себя посвятишь. Об этом, обо всем мои деды Сергей и Александр на кухне, как бы невзначай, рассказывают мне, передавая незаметно, с тарелкой манной каши оружие на самый главный бой за звание человека. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества с 23 февраля и желаю вам здоровья. До свидания.